Четвертый год подряд в столице Чувашии проходит межрегиональный радиоконкурс фольклорных коллективов «Неиссякаемые родники». Чувашское национальное радио – один из организаторов проекта. В минувшую субботу подвели итоги фестиваля. Оренбург, Татарстан, Башкирия. В этом году фестиваль собрал около 400 участников из разных регионов нашей страны. Каждый из коллективов представил по две традиционные песни своей местности, причем одну из них акапельно. Целый год композиции звучали по национальному радио Чувашии, а слушатели голосовали за полюбившиеся песни. Итогом фестиваля стал большой гала-концерт с лучшими ансамблями. Народный фольклорный коллектив «Надежда» приехал в столицу Чувашии из Шумерлинского района. Мы уже второй раз приезжаем, чтобы с друзьями познакомиться, друг друга найти, с руководителем вместе общаемся, новые песни изучаем, потому что тут и за пределами республики приехали. Нам приятно посмотреть на них, и они от нас учатся, и мы постараемся у них что-то брать. В этом году основное действие развернулось, как обычно, на сцене, но к народному творчеству смогли приобщиться все желающие. Второй площадкой праздника стало фойе ДК «Тракторостроитель». Лучшими из лучших стали сразу два коллектива – оренбургский «Нарспи» и ансамбль Чебоксарского музыкального училища «Янтал». Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика.